Чтобы я приветствую еще раз наших ребят. Очень хорошо, когда мы немножко вместе. У нас будет еще без отношения. У вас, я надеюсь, что я тоже удостоюсь, будет экскурсия. Очень-очень важно въезжать в страну, тем более на Кинерет. Но пока что мы здесь. И вот у нас Исрухаг. Исрухаг – это, я приветствую, конечно, и наших зрителей. Мы тоже очень рады, что вы интересуетесь Махомед и нашими уроками. Кстати, мне нужно кто-то, который поможет мне с ивритом. Кто может помочь, ребята? Приветствую, Значит, это сегодня продолжение праздников, какой-то мир называется Исрухаг, продолжение праздника, полупраздник, написано Таилим. Вы не уходите, не убегайте от меня, вы были в храме со мной, весь Израиль, каждый из нас, и теперь оставайтесь еще. Это называется Исрухаг, как будто продолжать праздновать, продолжать делать шашлыки. Пить хорошее вино и радоваться. То, что у нас есть праздник. Okay. Исру – это продолжение, да? Исрухаг – это там Таилим написано. Завяжите веревку на керен. Исру – это завяжите, да? Да, да. Керен – это что значит? На жертвеннике там были рога, да? Как будто бы... И туда надо привязать, чтобы привязать себя, не убегать. Окей, значит, у нас, во-первых, какой это праздник, как называется, в первую очередь этот праздник? Какой? Вот, Шавуот. Шавуот, потом что? Абикурим, Матан Тора. Матан Тора это последний, кстати, это первый этот год, как раз выпадает на сегодня. Очень интересно. Бикурим. Бикурим это первенки, то есть мы приносим первенки. Это 3 из 5. Да, есть праздник нового хлеба, праздник жатвы. С этого момента мы приносим, начинаем жатву пшеницы и приносим подарок новый хлеб. Всегда новый хлеб там был в Шавуот, приносили. Окей, мы поем песню по этому поводу. Вот эту песню давай. И имейте в виду, это только начало, то есть только начинается время жатвы и нового хлеба. Читай, пожалуйста, слова первой песни. Пшеница в поле, наклоняется по ветру, от груза заполненных колос, а вдаль гор день уже продвинулся, солнце оранжевое золотое. Просыпайтесь, эй, просыпайтесь, смотрите сыновья деревень, хлеб уже созревший на поле перед холмами, серпом срезайте, пришло время начала жатвы. То огромная радость, да, у нас есть свой хлеб, на полях созревает хлеб, и давайте мы сейчас поем, только если можно было бы передать ребятам, быстренько пробегись, и дай им, кто хочет. Слова, ребята, смотрите среднюю строчку. Шиболет басаде. Окей, это пшеница в поле. Шиболет это пшеница, да? Шиболет это колос. Колос. Угу. Огромная радость, ребята, у вас есть наш хлеб. Шиболет басаде, корея баруа. Это дуга, это мелодия, это бикурим, извиняюсь. Ну давайте тогда возьмем вторую песню, чтобы я вспомнил. Наша корзина на плече, на голове венок из цветов. Это первинки, как мы приносим первинки, концов, начинаем приносить. С концов всего Израиля пришли, привезли первинки урожая, земли Иуды и Самарии, с долины Галилеи. Дайте нам дорогу, подарка для Мигдаш. С нами бей в ударник, играй на дудочке. А, зел, йофи. Теперь инструменты как раз подходят.
долину, октопину, в рущину от бури. И тот хаарец бану, гевену, бихури. Миуда, миуда, умшумрот, минха, эмек, минха, эмек, вегалин. Пану дерех лану, бикури митан. Ха-ха-хагбато, халяде халил. Ха-ха-хагбато, халяде халил. Салину аттапену, рошену аттурин. Иксот харец ману, эвену бикури. Иуда. Иуда вешомрон, мин ха эмек, мин ха эмек, вегалил, бану дерек лану, бикурим митану, ха-ха-хагбатов, халел бехалил, ха-ха-хагбатов, халел бехалил. Это такое было шествие, когда все приносили свои первые плоды, мы говорили первым, первым. И в прямом смысле, там винограды, все, что у них было, сейчас созревает. Афарсек, это как бы афарсек? Персики и мишмиш. Абрикосы, все, да, сейчас все приносили. Начали приносить, это все впереди, все перед нами, ребята. То есть это только начинается, этот период, праздник. Жатва открывает жатву, и первенки открывают сбор и новых плодов. Окей, теперь тоже Тора, это только начало, мы только начинаем осознать, что же у нас есть. И мы сейчас почитаем очень-очень важную статью про дарование Торы. Ну вот давай читаем. Давайте возьмите, пожалуйста, кто-то может передавать всем. Спасибо. А, дай мне один тоже. Бекисур, все у нас впереди. Даже то, что у нас мы отмечали праздник царя Давида, тоже это только самое начало, чтобы давать, распространять и помочь, поддержать народу мира, как идти к общей цели счастливого мира. Спасибо большое. Давай, читай. Дарование Торы. В своем обращении к народу Израиля, переданном через Моше, учителя нашего, святой благословенное его имя, говорит, а ныне, если будете внимать и повиноваться Богу, будете соблюдать завет мой, то будьте моей драгоценностью из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. И пришел Моше, и призвал старейшину народа, и изложил им все эти слова, что повелел ему Всевышний. И ответил весь народ вместе, и сказали, все, что говорил Всевышний, свершим. И передал Моше слова народу Всевышнего. Все большое. Это то, что мы читали праздник вчера. Да, била тревог тоже, как это происходило перед дарованием Торы. Всевышний говорит, Моше, ты говори, передай народу, да, что я предлагаю вам не только, что вы вернетесь домой в Израиль, то есть на свою землю, да, а что-то новое, у вас будет послание особое, вы будете избранным народом, да, царством священников и народом святым, да, святым. Вот это скажи народу. Теперь Раби Ашлаг, великий каббалист, он говорит, если ты делаешь бизнес, как бизнес, что значит бизнес, значит работу, да, то есть Всевышний говорит, я тебе предлагаю работу. Да? Вот такая работа будет у тебя, и это самое, такая будет зарплата. Ты хочешь, интересует тебя. Тогда думаешь, например, сколько тащить, сколько часов, и сколько дать денег. Ты решаешь, если это выгодно тебе, будешь браться, если нет, нет. Но здесь он говорит, Рабиаш, так, не написано, не работа, что надо делать,
Потому что написано, вы будете царством священников. А что за работа? Как это надо делать? Не написано. А также не написана зарплата. Написано, как будто бы вы будете народом святым, а что за зарплата, не понимаю. Таким образом, как набрать, каким образом решиться? Или не согласны на эту работу, или нет. Да? Народ должен решить. Священник говорит, вот, пожалуйста, я вам предлагаю, хотите, не хотите. Народ ответил. Все, что говорит Всевышний, мы сделаем. Это мы в прошлый раз говорили, немножко такой, Рав Шаки тоже говорит любопытную вещь. Это все, что Всевышний говорит, мы делаем. То, что я выведу вас из Египта и приведу вас в вашу землю. Но это не это мы сделаем то, что он сказал. То, что ты говоришь, Моше, это мы не делаем. То, что это ты сам выдумал. Но это такой интересный момент, что вначале не было разговора Торы вообще. Только был разговор о том, что Всевышний вернет вас в землю Израиля, на вашу землю. Окей. Но здесь сидим, и все-таки Раби Яшта говорит другим путем. Давай немножко почитаем еще. И сказано, вытекает, что предписание, предстоящее в основе Израиля, высочайшего служения, писание выраженным словами царства священников, а эти слова до конца раскрывают смысл заповеди «возлюби ближнего твоего, самого себя». Моше и в самом деле могло прийти на ум повременить. Не открывать сразу, каково это служение во всем его величии и возвышенности. Он мог устрашиться того, что сыны Израиля не найдут в себе решимость отказаться от всего своего материального достояния и передать его Господу, как повелевает слово «Будьте у меня царством священника». Вспомним... Вспомним сказанное Рамбамом, что женщины и детей не следует посвящать в суть бескорыстного служения Господу. Служение... не ради награды, не следует повременить пока с возрастом. Но следует повременить, пока с возрастом не наберется ума и не обретут необходимое для того служения непреклонность. Да, я сейчас объясняю. То есть, когда Всевышний говорит, вы будете царством священников, священник имеется в виду коэнов, не священники, да, не дай Бог, в других религиях, а коэнов. Что значит коэн? Коэн, у него нет своего дела. У него нет своего бизнеса, у него своей земли. Тогда в свое время это было бизнес, это было парноса, это была земля. У тебя была земля, у тебя хорошо жил. И обеспечивали детей, и всю семью. А если у тебя нет земли, у тебя ничего нет. Ты должен рассчитывать, что тебе дадут подарки. Это не очень легко. Да? Факту левитам, левиты тоже не было своей земли, и не давали им подарок, они хотели, но не получали, и да, ты доказываешь, что ты левит. Таким образом, это не так просто, но коэны, они думают не о себе, не о себе, а думают об Израиле, о Всевышнем Израиле. Поэтому это то, что, собственно говоря, предлагает Всевышний, будьте альтруистами все, как один, как коэн, который думает о товарище, не о себе. Причем Всевышний говорит Моше, вот эти слова ты скажи народу Израиля. Почему надо подчеркнуть вот именно эти слова, чтобы Моше не подумал, я пока не скажу, потому что никто не захочет. Нет, Всевышний говорит, ты ничего не скрывай. Вот это то, что предлагается народу Израиля. Не быть эгоистом и интересантом, а вот это ваша задача будет. Вы должны вырасти к этому, но это самое, но вот это цель. Всегда думать о ближнем, думать о товарище, если это в семье, если это махлака, если это в Израиле, это значит, это и не как дети и женщины, которые не могут, дети вообще не могут, дети только думают о себе, а женщины думают только о семье. Они не могут думать о другой семье. Поэтому понемножку могут думать, но не таким образом дети, женщины пока не готовы на это. А мужчины тоже не всегда готовы, это еще работа. Но во всяком случае, все есть, когда вот это скажи. Окей. Давай дальше. А сейчас я только давай посмотрим или. Выгоните, пожалуйста, посмотрите, или Рав Мешков уже здесь или нет.
Кто может? Кого я могу попросить? Ты знаешь Равнишкова? Знаешь его? Ты спроси, спроси, ли он здесь. Равнишков здесь уже? Еще нет. А, окей. Давай. Поэтому Господь не предостерег его, чтобы не убавил и не прибавил, но передал народу своему подлинную суть предстоящего высочайшего дерзания, выраженного словами царства священников, а какова награда словами святой народ. Ведь мог помыслить Моше, что следует яснее растолковать от какого-то высшего наслаждения, то блаженство, таящееся в нерасторможенной близости к благословленному, который предстоит им испытать, когда прилепится к нему. Тем самым Моше способствовал бы их согласию на могучее дерзание, подобно священству отречься от всякого материального достояния в этом мире. Однако он получил предостережение не прибавлять, но только произнести эти слова: «Святой народ», не раскрывая, какова скрытая в их награда, в них награда. Ведь если бы Моше открыл, как безмерно это в их сущности несравненное вознаграждение, это привело бы к порче и соблазнению сынов Израиля, и тогда они приняли бы на себя служение благословенного из себелюбия и корости, а такое выхолощенное, утратившее смысл служения, есть служение самим себе. Окей, хорошо. Значит, смотрите, вторая часть. Если вы пойдете этим путем, будете моим народом, да, и будете заботиться друг о друге, да, мы сейчас посмотрим, как это реально представляется. Это еще может быть далекое будущее, во всяком случае, есть тут и направление, как это можно добиться этому. Но вот если вы будете вот так идти, то у вас будет невероятное высокое ощущение вечной жизни. Вы будете жить вечной жизнью. То есть вы будете жить этим. Но это нельзя сказать, это все равно ты не поймешь. Поэтому ты не говори, не рассказывай, что как это будет хорошо, как будет прекрасно. Вы будете как это самое, в самом деле, как Ганеден. Не рассказывай, ты сколько скажи, будете народом и творцем. И все. Почему? Чтобы это не было тогда, и как будто человек хочет будущее мир, грядущий мир, улам-аба, да? Если он хочет это, то это уже опять свои интересы. Он делает не ради других, ради всех, а только для себя. Окей, в этом или в будущем мире. И теперь только последний. Каким образом, Рабби Яшлаг, он дает интересную идею, каким образом это можно делать? Потому что ты как ты можешь заботиться о всех, когда ты еле-еле о своей семье не можешь заботиться? Он говорит так. Если все получают вот такое направление, мы закончили. Одна минута. Извиняюсь. И если мы берем на себя вот это, да, тогда тебе не надо переживать, а заботиться о себе. Почему? Потому что рядом с тобой 600 тысяч любящих по-настоящему братьев, они заботятся о тебе, они каждый делает свое для тебя. Поэтому, как только ты знаешь, что ты обеспечен, твоя семья обеспечена, все, что надо, и еда, и одежда, и все-все-все, тогда ты освобождаешься, переживаешь за себя, за свою семью, ты можешь давать свое. Даешь свое, ты чувствуешь свободно, ты чувствуешь это самое, ты как будто в самом деле рядом с Творцом, ты дающий, и вот это обязательно будет будущее. И зачем, чтобы Исрухак Самеях, чтобы был, спасибо большое. И чтобы вместе радовались, потому что это радость Израиля и, конечно, победа настоящая за такой мир, перешел и в другие страны во всем весь мир. Спасибо. Thank you.